Привет! Я Сурамура. Маркус, ты знаешь, кто такая Сурамура? Не знаю. Ага. Тогда... Я знаю Ивангая. Тогда подпишись на мой блог. Я блогерша, а также я сочиняю и исполняю песни. Вот, например, вместе с X-Max'ом мы создали песню «Следующая станция», которая сейчас во всех чатах находится на первых местах. Представляете? И все, многие мне спрашивают, куда же едет поезд, в котором происходит действие клипа «Следующая станция». Сейчас мы узнаем, куда же он едет. Или... Лабрадор. Так, может быть... Эквадор. Ага, а может он катится по штату... Вайоминг. А может он вообще по Африке? В Малави. Да, ездит. Итак, сегодня мы узнаем, куда же катится поезд из клипа «Следующая станция». И вам поможет Шрек. О! Поможешь для Сурамуры? Конечно, Сурамура, я помогу. Так и хочется сказать Шуры-Муры. Шурик-Мура, как сказать. Нет, я Сурамура, запомните мое имя. Да все, ладно, я просто шучу по твоему имя просто. Ну не важно. Осел сказал, что других собрал. Да? Целую команду. Ну, посмотрим. Бэйби, малыш Пигги. О, малыш Пигги. Да, я малыш Пигги. И готова помочь. Латышской азбукой. Да, этой блогерше. Медведь. Так, в лес не надо, нет. Ёжик. Ёжики. Не было у нас в клипе ёжиков. Лягушка. Ну нет. Наш клип новогодний. Мотоцикл. О, ну, не могу я не дать первый балл мотоциклам. Обожаю байкеров. Ну, это как блогерша, я обожаю байкеров. Ладно, идем дальше. Маппеты. Упс. Угу. Так, что же мы можем... придумать такого интересненького. Ой, если только спросить у кота в сапогах. Да, я вас прекрасно понимаю. Я не знаю, что такая Сурамура, если честно. Так послушай, ее песня с X-Max'ом сейчас первые места во всех чатах занимает. Ну, ладно, послушаю вместе с Шреком и Ослом. А пока я вас отправляю в Малави. В Африку гулять. Так, Малави, первый балл. Ну вот. Лиза Симпсон. Я пытаюсь сыграть песню эту Сурамуры. Послушай эту песню. О, а это что за звуки? Это обои. Это колокольчики. Это мне как раз Рождество напоминает. И парады. О, и салютики. Так что надо... Вертолет вызвать. Да, и ехать срочно в Малави, в Уилонгве. Второй балл. Устроим вечеринку. Жил-был пес. Дэм. Сейчас спою. Ну да, мы находимся в волшебном лесу. Как раз твой родственник есть. Да.
Тут все что-то интересное. Вот, например, медведи газету читают. Не только у меня, мой родственник даже есть. Вот рыбки песенки поют. Лиса в дупле вместо белки живет. Тут все очень интересно. Да, и где же такой лес у нас? Лабрадория. Лабрадория. Как раз веточка тут есть какая-то. Первый бал. Такс. Трям, здравствуйте. Раз, ромашка, два, ромашка, три. О, медведь, не рычи, мы тут ромашки собираем. Ой, я не заметил, что ты мой родственник, я думаю, что только ежик. Мы тут собираем ромашек и пойдем. Ну, собирайте ромашки тогда. Я думаю, что только ежик, оказывается, и родственник мой. Шел. Ну вот, ромашки у нас желтые. Посмотрим, есть ли желтый цвет где-нибудь. Эквадор. Так. Первый бал. Малавини. Третий бал. Раз ковбой, два ковбой. О, буквы. Я буду стрелять по буквам. Может быть, найду подсказку. Ну, стреляй давай. Вертолет. Вертолет летит в Вайоминг. Первый бал. Эвакуатор метр. Кого надо эвакуировать в Эквадоре? Второй бал. Луиджи. Это итальянец. Молли Маккуин. Ага, качал, ковбой, со мной, ты тоже, Сурамура, можешь со мной в Малави на гонки. Четвертый бал. Вуди. Ага. Ну что ж, Энди учил меня буквам. Давай-ка проверим свои знания. Муравей, медведь. Нет, в лес я не хочу. Сейчас зимой, холодно, нет. Лук, лиса, эскалатор, эскимо. О, это вкусняшка. Волк, виноград. Это тоже вкусняшка. Ай. Ладно. Идем дальше. Масяня. Да, таракан Масяня. Вот где-то рассказывали историю странную какую-то. Латыш из Латвии, да. Какую-то историю. Да, там ведь его, как его, жил кот и этот, как его, заяц. Они вместе встретились. И заяц почесал жрать капусту. А котик пошел этого, как его, мыши ловить. И это все услышала собака. И прогнала их. И котика, и зайчика прогнала с фермы в Вайоминг. Да, третий бал. Вот. Тараканов никто не трогал. Фу, противные тараканы, фу. Что, тебе не нравятся тараканы? Я расскажу по всему этому хрюнделю. О, привет, Сурамура. Давно у меня не было, видел. Соскучились после меня. Да, с тебя подарок. Какой подарок, Сурамура? Новогодний. О, Кнайфи, как раз ты пришел, но, к сожалению, подарки кончились. Уже 2022 год, 3 января уже. Ой, блин. Даже я не получил фейерверки. Трешно.
Этот год уже кончился. Даже цветов нету. Вот это досада, цветов даже нету. Ну, извини, тогда не буду я петь для тебя нафиг. Нету подарка, я не пою для тебя, все. За что ты, слушай, боже, ты так меня ненавидите? Без подарка пришел, понимаешь ли? Кнайфик. Да. Вообще-то кнайф нормальный объект был. И никогда не ссорились. Ладно, давай, кошара, мы тоже не будем ссориться, будем жить дружно, если ты в азбуку поможешь. Конечно. Огр. Шрек. Ванна. О, обожаю. Ванна, Вайоминг, четвертый балл. Экскаватор. Не бегите по эскалатору. Лев. О, в это в цирке только бывают такие львы. Молоток. Так. Ну все, я пошел работать. Мне работать надо. Ладно, ладно, иди. Подожди, малыш. Сейчас. Подожди, малыш. Дай мне малышу Пигги азбуку выучить. Как раз зеленый зонтик и зеленая азбука. Давай. Мамонтенок. Так. Мамонтов не видали? Не вид... Как зайца не видали просто. Леопольд. Он работать пошел, он занят. Эскимо. Целый ящик эскимо. Хочу из Эквадора, третий балл. Волк. Ой, я в лес не пойду, я волком боюсь. Так-с. Идем дальше. О, смотри, Барбоскины, они тоже ляльки, рисованные только. Почему? Вот я тоже не умела петь, а я тренировалась. Вот, училась. Блогершей стать. Да, а теперь я уже стала и звездой даже, как Роза. Белые цвета флаг. Так. Вайоминг. Пятый балл. Лабрадор. Это у нас третий балл. Ага. Ну, спасибо. Спасибо за подсказку, Роза. Не за что, Сурамура. Так. Так. Лиза Симпсон. Трубить ты умеешь, саксофонить, а азбуку ты умеешь? Конечно, Гомер меня учил. А то будет как у этого утенка. Трубить умеет, футбол играть не умеет. Медведь. Не хочу я в лес, я же сказала. Лошадка. Я бы не отказалась прокатиться на лошадке. Посему лабрадор. Да, четвертый балл. Экскаватор. Вертолет. В Вайоминг летит. Все, я полетел, у меня там концерт. Можешь присоединяться, Сурамура. Пятый балл. Вайоминг. Так. Сейчас спою. Ну, спой тогда песенку. Сколько нас? Двое. Вторая да. Песня. Мед? Мне тоже нравится мед. Обожаю. Если есть, то его сразу нет.
кушать меньше надо, Винни-Пух. Вообще-то Винни-Пух коричневого цвета. Да? Ну, посмотрим, есть ли что-нибудь коричневое у нас. Где-нибудь что-нибудь. Ничего. Ничего коричневого. Нету. Раз, ромашка, два, ромашка, три. Раз, ромашка, два, ромашка, три. Хватит считать. Очень ко мне иди, мой дальний родственник с азбукой. Да. Машенька тебя ждет. Хватит бездельничать. Давай учи уроки вместе. С Машенькой. А, ладно. Луна. Эскимо. Волк. Маша. Поиграй со мною. Поиграй со мною. Слышали? А ну играться с Машей. Ловить бабочек. И играть в футбол. Эх, ладно. Идем играть тогда с Машей. Раз, ромашка, два, ромашка, три, ромашка. Так. Так. Так, кто это тут такой? Македонский. О, сейчас, погоди, я заряжу свой пистолет. Я жду тебя, когда ты появишься. Мы будем сражаться вместе. Ага. Давай, я стреляю в тебя. Мимо. Убили ковбоя уже. Да, ну это самый великий полководец Македонский. Его не остановить просто. Не надо было вообще-то, с ним сражаться. Вообще-то черный конь Буцефал и черный страны флаги. Да, черный конь Буцефал помог Македонского выиграть. Македонского не убивить никак. Так. Малавии. Это пятый балл у нас. И ничего, сразу видно, что другой нет. О, тут. Где ты черный видишь? О, контуры. Эквадор, четвертый балл. Ой, ну нет, я не буду сражаться. Я лучше песенку послушаю. Ну, давай слушай песню. Сколько у тебя там букв? У тебя пять букв. Жила. На моем концерте уже охрана. Куда же это? Моя охрана умчалась. Малавии. Малави. Охранники с гордостью ждут вас. Вы лонгли, они ждут вас. Шестой балл. Как раз они помогают, а тем временем эти охранники улетали в Малавии ждать ей. Да? Ну ладно. Слышь, таракашка, иди-ка ты лучше к принцессам, их попугай. Мне не надо. О, там как раз Золушка. О, нет, русалочка. Да я плавать не умею. Что я там буду делать? Не прикасайся, моя русалочка. Ну, тогда иди попугай его эту Золушку. Я не... Я печали. У нее так зелье против тараканов есть. Ну и мачеха даже есть. Да, мачеха зелье распыляет против тараканов. Не могу туда я идти. Ну тогда иди пугай этих, как его, гномиков. А их много. 7 штук. Да, я больше одного бы напугал, но 7 не могу напугать. Да посмотри тогда в зеркальце. Где тараканы? Они находятся вообще-то в Малавии. 7 балл. Вот и отправляйся к своим родственникам в Малавии. Да? Ладно, а на чем я тогда поеду? Ты, Масяня, на самолете лететь будешь. О! Вместе с Крюнделем и Лохматым. Круто! Спасибо тебе, Сурамура! Никогда не летал на самолете в Малави. 8 балл. Все, я полетел!
Ой, привет, опять я. Ну, хоть сура-мура, ты меня не будешь обижать меня, а то я, Дед Мороз меня обидел, что подарков вот не дали, и даже Шрек меня засмеялся еще. Ну, может, песенку для меня положишь, послушаем ну, вместе. Вы же знаете, миллион раз, что у меня 5 букв, 5. Песня номер 5. Как сказать, Сурамура, только один сын солнечества, но это Малави. Да, в Африке. В Африке. И как раз эти охранники улетали, как раз. Да, 9-й балл. Ну что ж, а я пошел. Вдруг меня не будет обижать меня. Ну почему ты, заяц, смеешься? У тебя дыра! Потому что это краткий сделал со мной. Шрек! Шрек! Да, ну Шрек! Ты же меня обидел только. Ничего, я прогоню этого зайца. Ну, пойди. О, даже не пришлось прогонять. Вместо меня его волк прогнал. Молодец, волчара. Я за что? Так, Шрек и Кнайфик. Вообще-то мы опоздаем на поезде. Который нас в Малавии отправлял. 10-й вал. Все, побежали! Что? Побежали, Шрек. На поезд. На поезд. Следующая станция. Главный эксперт. Так. Который вызвал Кнайфик. До этого, как он обиделся. О-о-о. Привет, Сурамура. Садись на моем полярном экспрессе. Это значит, в твоем полярном экспрессе мы снимаем свой видеоклип? Да, конечно. Круто. Садись на мой полярный экспресс. Куда поедем? На моем полярном экспрессе едем в Малави. Ух ты, а там красивенько. Видеоклип Сурамуры и Икс-Макса под названием «Следующая станция» снимался в поезде, который ехал в Малави, в Лионгве, в полярном экспрессе.